Новый файл. Продолжаем запись. Через пару часиков можно будет себя попасть. Как это закончится? 13:30. Где-то 15:50. Обработалось наконец.
Раньше было раз в 5 минут, сейчас раз в 7 минут. 8. Отключается. Интересно, что ж на тебя влияет? Винду уже переустановили. Браузер Mozilla, был Яндекс. Не знаю, что ему еще мешает. Он, по идее, не должен прерываться. Стабильно, хотя бы, блин, не прерываться. Идет загрузка файла, бац, прервалась. Спасибо Виктору, блин, загрузил мне прогу, которая меня не прерывает. Но не каждая, блин, не каждый файл для меня открывается. То ли какая-то ошибка, то ли что-то не так делаю. В результате, блин, и все не так, и все не так. Это же тухо. Я еще ни разу никуда не выходил на сегодня. Уже давно за яблоками сходил. Но, блин, завтра я как на это подключаться не буду. Нафиг надо пока обрабатывать.
Итак, я сейчас делаю в открытом доступе. Сначала надо в плейлисте добавить. Проверить. Теперь можно сделать в открытом доступе вот это. Часть вторая. Так. Раз два видео в открытом доступе. 76% загружено. Обработан только сайт. Не успевает. Загрузка быстрее идет.
Можно попробовать поставить на загрузку видео, которое еще не обработалось. Оно частично обработалось, и как раз тот процент, который уже обработался, и будет, по идее, грузиться. А когда дойдет до того места, до которого обработал, короче, либо остановится, а потом продолжится. Ну, вы меня поняли, в общем.
Остался 1%. Здесь 48 обработано. 26 мегабайт. Так, кончилась загрузка. Началась загрузка того видео, которое еще в процессе обработки. Там хмурится, хмурится. Внутри все гнилое. Вот это говорит о том, что не всегда упаковка соответствует содержанию. Да? Как говорится, не все то золото, что блестит.
Загрузка идет быстрее, чем обработка. Двадцать 2% загружено, но это от той части, которая отработана, конечно. А обработано 51. Ну посмотрим, все равно быстрее идет.
54 заоружено процента. Обработано 58. Ну, короче, 54 из этих 58%. Ну да, в принципе, заоружено. Не успевает. Ничего страшного, главное, что процесс не прерывается, а идет нормальная загрузка. Интересно, когда могила зависает, продолжается и загрузка, и выгрузка, ну, вы меня поняли, и еще и конвертирование, наверное, не отвечает обновление на мониторе. И как бы сам процесс идет.
На самом топовом видео поменял картинку. С интернета закачал. Ну, короче, про червяков. Сплошные черви картинка. Там много разных фотографий. Скриншот сделал. Ну, эта картинка выглядит лучше, чем то, что было. А нормально, блин, тупо выбило. Firefox эту мазилу, блин. С Яндексом такого не было. Он если бакапоил, то бакапоил конкретно. Так что я его сам отключал. Бац, все нормально, идет это. Блин, спасибо YouTube, что не идет обрывание загрузки при этом. Капец, я там уже настройки сделал. Надо ж так тупо было, все завершилось. Что, не делай наперед настройки, не делай. Я же все равно же все сделал. Ладно, за... Оставалось 13 минут, она еще не закончила обрабатывать, 64 обработки. Блин, не возобновилась, в смысле, почти заново начал. То ли она постепенно набирает больше скоростью пока. Не знаю, 5%. А было 6 уже. А было 66. Просто быстрее, наверное. 7. Восстановится, значит. Я остановился, вот еще. Теперь надо
поменять картинку, у меня было весь видео к явке. Большая ложноконская пиявка пожирает слизни. А там вообще-то четкая картинка, значок видео. Именно как пиявка жрет слизни. Мне повезло с этим видео, серьезно. Утром вышел к своему прудику, короче. Вот. Там возле речки, первоначально я там копал. А там пиявки ползают. На утро, короче, ранняя роса. И слизни. Смотрю так. Пиявка же слизни. Ну, а я ее взял. И заснял. Почти 25. Почти 25 тысяч просмотров. Надо попробовать поменять картинку. Выбрать такое фото, чтобы оно соответствовало все-таки видео, просто ложноконская пиявка. Здесь просто качество лучше, но если такое не найду, что вставлю то, что есть.
Обалдеть. Кто-то взял моего паука из моего видео. Вы себе это представляете? Не, ну конечно, у меня же там в открытом доступе, ну, в смысле, лицензия, авторские права. Короче говоря, это мой паук. С моего видео. Паук-крестовик, я могу сейчас его показать. Ну, так же самое, как я сейчас беру, скриншот делаю. Именно тупо из интернета картинку. Пианик. Скриншоты делаю. И видео свои находил на других сайтах. Вообще без ссылки на мой сайт, на мой канал. Ну, это явно мой паук. Паук подписан. Большая лыжнокламская пиявка. Нифига себе. Нормально. Большая лыжнокламская пиявка на пауке. Пожирает слизня. Латинское название. Точь-точь, как название моего ролика. И еще адрес совершенно чужого сайта. А ну зайдем посмотрим, что это там. Заварюшки. Ага, наконец-то паук. Крестовик плетет паутину. Ну, сейчас мое видео откроется. Четыре тысячи 901 просмотр. 7 лайков, 2 дизлайка. А, ты смотри. Ссылка на мой канал. Надо же еще и это. С просьбой, короче, материальной помощи. Потому что я в начале года хотел пенсионерам помогать, уже затем сам себе помог сюда доехать. Ну ладно, из leoco.com, что такое? Из leoco. Каком это вообще языке? Обговорить нечего. Какой-то иностранный сайт. Улазить по картинкам, посмотреть, кто еще что. Ну его тут копировал. Да, в принципе, аналогично. Я ж авторские права без ограничений ставил. А если есть ссылка, то совсем другое дело на канале. Хочешь картинку сейчас? По-моему, все-таки моя картинка лучше, чем
она нам подходит именно это скриншот самого видео, а не просто какая-то картинка. На это я не буду менять. Так, следующее мое топовское видео там было. Скажите мне, я скажу, это медведка, капустянка, капустница, не медведка. Двенадцать лайков. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, что можно придумать. Завтра сидят, когда нужно быть совсем другого. Даже должно, может, обновиться как-то. Настройки нам должны обновляться. Ладно, поищем, что у нас есть по запросу. Картинки медведь. Надеюсь, мне медведя не выдадут. Автомат. Есть медведка.
не буду делать какую-то одну картинку, чтобы сразу было видно, что эта картинка не из этого видео. Да, интересно тут картинки. Есть платка яиц. Есть медведка в норке и ее личинка. Любопытно. Как они это все снимали, любопытно. Мне качество было бы лучше, можно было картинки нормально загрузить, это получается. Человек смотрит на эту картинку хорошего качества, а в результате видео нехорошего качества. Он расстраивается, потому что ожидал большего. И не подписывается, и больше ничего смотреть не хочет.
Выглядит лучше, конечно. Следом в Токио у меня идет. Не помню. Здоровый головастик, там это была явно не лягушка, была конкретная жаба. Когда прервалась, началась новая загрузка. Надо хотя бы это увидеть. Раз новая загрузка, еще раз загрузится. Thank you.
12 500 просмотров, 15 лайков, 9 дизлайков. Ну я их так сверху не вводил бы, я так сверху немножко поснимал. В принципе, не знаю. Можно поискать картинки по запросу головастик. Жаб. О, вот это он был, точно. Вот это этот головастик был здоровенный. И хвост у него такой еще зеленый, желтый, красный. Нет, красного точно нету. Зеленый, темный и крапчатый такой, в общем. Нам надо эту картинку делать. Скажу, ну, это будет соответствовать.
Отключайся, я сразу отвечу. Все, два компа не скучно. Это четкая картинка, мне это нравится. Даже была фотография. А другое поставлю такое же самое, немножко другое. Эту картинку поставлю. Она, конечно, не топовая. Почти 1100. Последнее обновление по статистике показывает, что кое-какой рост есть по просмотру. Пишу 6. Пишу 6. Ну, такая вот кривая у меня получается. То вверх, то вниз. Сейчас немножко вниз. Было больше. 28.07, 616. Ладно. Топы. Ну, вроде то понятно, там ничего менять не стоит. Насекомые же это нормально. Ледяной хлоп, скорпион, спаривание.
принципе, нормальная картинка. Шесть тысяч 915 просмотров, 16 лайков. Надо посмотреть картинку. Клопы водомерки. Тут еще работы и работы. На самом деле эти картинки менять там, тег добавлять. Видосов много, блин, я не успеваю их все обрабатывать. О, красивые картинки, четко в фокусе. Макросъемка. Видно, что профессионал снимал. В принципе, любую можно выбрать. Где-то тренушка была. А вот тут это хочу. Я их с трудом, блин, переименовывал, все эти мои видео, там было несколько сотен, когда я только начал все это загружать. Просто бахнул, переименовал, и там кое-где, кое-как элементарные теги сделал.
Я не думал, что так все пойдет, прямо что смотрю, потом четко через месяц мне присылают, ну, чуть больше это самое предложение на партнерку. А потом понеслось, короче, снимал, 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 редактировать картинки, потом уже функция картинки появились, когда мне уже несколько сотен было видео. Поэтому все вот так вот и выглядит. Так, минут через 30 схожу за яблоками. Мне интересно, а как так получается, что видеомастер не закончил обработку видео, оно уже загрузилось на YouTube? И обработалось. Потому что мне его теперь заново загружать надо, оно же не полностью, не могло полностью загрузить. Ну, тебе, пожалуйста, 1:32. Там 2 часа. Короче, я его удалю. Сейчас это уже начало обрабатываться. Загружаться. Ха! Загружено 88%. Не надо! Не надо! Она не обработана! Думал, успеет. Или остановится. Ну, правильно, это же, блин, система. Я же не объясню, что видео не обрывано. Она же все автоматом делается. Ладно, век живи, век учись. Я не знал, что так оно будет. Ну, можно, в принципе, опять начинать, но уже успею доработать. Поставил на закачку один видос Дмитрия Лапшинова. Свеженький, я его еще не смотрел. Там 5 часов видео, 700 мегабайт.
40% загрузилось горе пополам. Теперь вспоминаю, на чем я остановился. Да, здесь. Все равно она, однако, выше загрузилась. Так что 2,5 гигабайта, все-таки 200 мегабайт. Машина сейчас будет быстрее грузиться. Почти закончилась обработка. 98%. Надо было не удалять, может. Ладно. Все равно, блин, не успевает.
Это ж надо же, блин, опять моя фотография. Причем так четко. Кто-то отредактировал, я. Отредактировал. Ну и замечательно, я ее сейчас и возьму. Вот она, эта картинка. Вид водных скорпионов из filmsovet.ru из S. Что из S? А ну покажи мне, что за SS. Проблема. Ну почему не надо? Ну ведь скорость-то есть. Давай. А это уже, наверное, проблема с самим источником. Короче, по крайней мере, это мое. Просто кем-то отредактировано. Значит, это я оставлю. Полазишь по интернету, много интересного, что найдешь. Картинка именно. Просто мне интересно, что я там знаю. Просто будет немного лучше картинка. В принципе, она здесь так четкая. Не знаю, откуда я ее брал. Не намного лучше.
как-то все время у меня количество с качеством так не получается. Девятнадцать лайков. Один дизлайк. Сотый процент заканчивает обработку. Минут вроде должна остаться. Почти 15.
часа идет обработка одного видео. Так, пора сделать нам перерыв между первой и второй. Еще время идет, я взвешусь, схожу за яблоками.
что за яблоко, не скажу. Мой вес. Я вернусь, такой же самый должен быть вес. Время вам показать. 15:56 время. Все.